фойе волейбольного комплекса маленькие гости благотворительной елки участвовали в мастер-классах, фотографировались в разных фотозонах с Дедом Морозом и его помощниками. А самые выносливые забирались в воздушный купол, отстояв немалую очередь. Эмоции гостей от едва начавшегося праздника уже превосходили все ожидания. Здесь очень красиво, очень атмосферно, очень нравится. Сын смотрит, не отрываясь, на Деда Мороза. Ему больше пока, по-моему, ничего не надо. Открыло яркое новогоднее шоу выступления цирковых артистов. Жонглеры и номера с животными никого не оставили равнодушными. Волшебный мюзикл с захватывающим сюжетом «О чем мечтают новогодние елки» подготовили для ребят артисты театра Натальи Бондаревой. Прекрасная хореография, впечатляющие сценические спецэффекты, пышные авторские костюмы сделали спектакль невероятно зрелищным. Появление главного сказочного персонажа Деда Мороза вызвало у детей полный восторг. Закончилось представление красочным фейерверком из конфетти, после чего все ребята поспешили сфотографироваться с героями мюзикла. Маргарита, Алиса и Ксюша поделились своими впечатлениями. Мне запомнились больше всего кошки. Мне они очень понравились. Мне очень понравился мюзикл, очень красочный костюм, очень интересный был. Мне понравились снеговики и выступления собачек. Какая елка без сладкого подарка? Гости праздника открыли маленький секрет. Волшебная коробка была тяжелой, ведь на этот раз в ней было очень много сладостей. Мышка косолапый по лесу идет, собирая шишки, песенки поет. Шишка отскочил прямо мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». С Новым годом!